Всем привет! На Алиэкспрессе полно разных прибамбасов для автомобилистов, и стоят они не так дорого, как в наших магазинах. Сегодня я покажу вам 10 самых покупаемых, а главное необходимых вещей для вашего автомобиля. Также вас ожидает конкурс на любую вещь, которую я спрятал в этом выпуске. Поехали! Безумно красивые ходовые огни, весьма необычной формы. Они горят белым цветом, но когда включаете поворотник, то загораются ярко-желтым цветом. В комплекте две штуки. На Алиэкспрессе много разных вариантов. В ссылках под видео я укажу только самые популярные. Китайцы молодцы. У кого-то в автомобилях до сих пор имеется кассетная магнитола. Ну а так как цена новой магнитолы не всегда адекватна, китайцы придумали вот такой кассетный адаптер. Вставляете кассету в свою магнитолу, подключаете штекер к телефону и можете наслаждаться музыкой со своего смартфона. У этого товара более 2000 заказов, а ведь это 2000 машин с кассетными магнитолами. Охереть! Бюджетная карбоновая пленка, которой можно обклеить различные детали. Доставка очень быстрая, а сам товар поставляется в тубусе. Множество разных размеров и цветов на ваш выбор. Самоклеющая светоотражающая клейкая лента на автомобиль, напоминающая стилистику фильма «Трон». Такой тюнинг популярен среди гонщиков и молодых водителей, благодаря футуристическому внешнему виду. Обклеенная машина ночью выглядит как космический корабль. Такое украшение изготавливается при помощи светоотражающей виниловой ленты, которая расклеивается по всему автомобилю, включая колеса. Универсальная насадка на выхлопную систему автомобиля, которая будет подсвечивать выхлопные газы вашего автомобиля, несомненно выделит из толпы вашу ласточку и заставит прохожих улыбнуться или посмеяться. Наверное, многие сталкивались с тем, что при долгих поездках начинает ныть шея или плечи. Этот массажер поможет справиться с этой проблемой. Есть несколько режимов – простое вращение и вращение с подогревом. Ссылка есть в описании. Штатные поворотники почти в каждой машине ужасны, как моя жизнь. Спасибо Алиэкспрессу за нереально крутые светодиодные поворотники. Установка займет не более 20 минут. Нужно вынуть старый, наклеить новый, подключив провод питания. Для тех, кто хочет обзавестись пактроником, но не хочет сверлить дырки в бампере, есть такой отличный вариант. Он устанавливается над номером и также имеет камеру заднего вида. Качество, конечно, не Ultra HD, но препятствия заметите. Для тех, кто ищет впитывающее полотенце, это именно то, что вам нужно. Одна из топовых вещей Алиэкспресса. Более 2500 заказов с хорошими отзывами. Это уникальная щетка для чистки стекол без разводов. Ручка-удлинитель с подвижной головкой с одной насадкой из микрофибры позволит легко протереть лобовое стекло, удалить пыль и загрязнения, не оставляя разводов, и обеспечит прекрасный обзор. Можно добраться туда, куда простой тряпкой не подлезешь. Внимание! Конкурс! Один победитель выбирает абсолютно любую вещь из этого выпуска. Все, что вам нужно сделать, так это поставить лайк и написать любой комментарий. Ну и, конечно же, быть подписанным на мой канал. Как только это видео соберет 5000 лайков, я начну разыгрывать призы. Ну а итоги конкурса я опубликую в своей группе ВКонтакте. Ну что ж, на этом все. Если тебе понравилось это видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Участвуй в конкурсах, оставляй комментарии, если желаешь попасть в видео. А с вами был я, Алекс Викодинов. Желаю вам всего самого наилучшего. Увидимся в следующем выпуске.